прославленный фигурист и создатель ледовых шоу, дважды отпраздновал полувековой юбилей. Накануне он представил сразу две программы «Вместе и навсегда», которые показал в один день. Поздравить Илью пришло множество друзей, спортсменов, артистов и музыкантов, демонстрировавших свое искусство и на льду, и на сцене. Самым трогательным моментом ледовой программы стало выступление Романа Костомарова, который сначала катался с женой, Оксаной Домниной, а затем вспомнил свой победный олимпийский танец в дуэте с Татьяной Навкой. Спортсмены вышли на лед в тех самых костюмах. Растрогал и выход на сцену обоих сыновей Авербуха, Мартина и Льва. Они вместе поздравили отца, причем двухлетний Лев очень четко произнес: «Папа, ты лучше всех». А жена Ильи, Лиза Арзамасова, со сцены прочитала